Итак, натрём имбирь. Его используют при воспалении суставов. Имбирь – мощное противовоспалительное средство. Это можно использовать как припарку при подагре на пальце ноги или для пальца с артритом. Припарку делаем так же, как с картофелем. Видите? Вокруг примерно сантиметр пластика. Если у женщины болит сустав здесь, кладем припарку туда, затем перевязываем. Совет. При боли в суставах используйте имбирь в 6 вечера. Если сустав воспален, кожа может сильно нагреться. Некоторые говорили: «Барбара, у меня горит кожа». Я сказал: «Хорошая новость, кожа не обгорит. Но если терпимо, спите с ним». Некоторые говорят: «Не выношу жару». Я отвечаю: просто снимите. Даже полчаса снимут часть воспаления в суставе.